Сегодня сельское хозяйство приобретает особый размах благодаря новым научным технологиям. Еще недавно гидропоника всех буквально изумляла. Теперь же многие фермеры вполне серьезно рассуждают о 6 ее типах. И вот здесь одно из направлений – аэропоника. Это своеобразная вершина промышленного процесса. Методика не требует для производства овощей и ягод ни грунта, ни даже субстрата. Напротив, предусматривает подачу питательных веществ прямо к корням растений в виде аэрозоля. В Северном Казахстане аэропоника не так распространена, как в других регионах страны. Однако молодые североказахстанцы уже начинают осваивать технологию. Аэропоника – это метод выращивания растений без использования почвогрунта, когда корни растений находятся не в почве, а в воздухе и получают питательные вещества из аэрозоля. В нашем эксперименте мы собрали данную аэропоносновку Aerofarm 3 от компании GC. Это самая бюджетная аэропонная установка по нашим меркам. Ее принцип действия в 45-литровом баке. Питательный створ по насосу подается вверх к форсункам, которые в свою очередь распыляют питательный раствор на растения. Идея выращивания растений в воздухе существует больше века. Однако новейшие системы аэропоники являются результатом обширных исследований в области устойчивого сельского хозяйства и высоких технологий будущего. Все мы знаем проблему плодородия почв во всем мире. Так что этот способ выращивания растений многие ученые считают наиболее эффективным. Если здесь они вырастут быстрее, причем с одинаковыми затратами денежными и усилиями, то тут придется устраивать агротехнический уход за растениями, обрабатывать семена, а также купить удобрения, чтобы, не дай бог, не заболели растения. Микрозелень выращивается за 5 дней, в то время как на почве она вырастет за 7 дней. И вообще ускорение растений происходит от 1,5 до 2 раз быстрее. Здесь 13 сантиметров редис Red Coral, в то время как на почве он сейчас составляет рост 7 сантиметров. То есть почти в 2 раза выше на аэропонике он вырос. Уход вообще здесь не нужен, когда мы используем таймер. Он автоматически осуществляет полив, и благодаря этому можно отвлечься ненадолго, и он сам все польет, произведет полив. Как мы уже упоминали ранее, в аэропонной системе корни растений подвешены в воздухе. Это помогает им постоянно получать кислород, в котором они нуждаются. Пока растения вдыхают углекислый газ из воздуха в процессе фотосинтеза, корням также необходим кислород, чтобы способствовать усвоению питательных веществ. Последние необходимы растениям для создания новых структур и роста. Корневые камеры – это закрытые контейнеры, которые необходимо защищать от света и вредителей, сохраняя при этом влажность. Тем не менее, он пропускает свежий воздух, чтобы корни могли иметь достаточно кислорода для включения питательных веществ. Питательный раствор через равные промежутки времени прокачивается через резервуар или распылитель. Благодаря этим опрыскивателям растения могут переносить эти питательные вещества через свои корни. Вода всегда помогает растениям не засыхать. Существуют более продвинутые и сложные системы, в которых разбрызгиватели активируются на несколько секунд и отключаются на несколько минут. Цикл включения-выключения бокса происходит несколько раз в день. Одним из ключевых факторов эффективной гидропоники является способность производить капли воды правильного размера. Дело в том, что корни могут впитывать только капли воды, если их диаметр составляет 5-50 микрон. Это идеальный размер, чтобы корни могли впитывать питательные вещества. По литературным данным и по нашим полученным результатам данный метод имеет многие преимущества. Это, например, короткий срок выращивания растений, получение высокого дохода, поскольку за короткий период можно, в частности, вот микрозелень вырастить несколько раз, получить, значит, хороший урожай и, соответственно, доход. Таким образом, выращивая эти растения микрозелени, в том числе можно решить проблему, допустим, обеспечения питательными веществами, витаминами, ферментами. Данный проект мы осуществляли в течение нескольких месяцев. Работу над этим проектом мы планируем продолжить в дальнейшем, уже на примере других культур,
вот, и предложить бизнес-проект. С этим проектом учащиеся уже выступили на одном из конкурсов. Это Туган Ельге Тахзем на сетевом уровне, результаты которого мы ожидаем. Вот, в случае получения призового места учащимся будет финансовое вознаграждение. В качестве среды насаждения готовить ничего не нужно. Надо только разместить корни, чтобы не перекрывали больший доступ к кислороду. Это совсем не сложно, поскольку вам не нужно использовать какую-либо борющуюся энергию, чтобы протолкнуть свои корни через физическую среду. Одно из больших преимуществ, которое делает аэропонику наиболее эффективным средством производства, это высев с высокой плотностью посева и в том, что растения могут иметь минимальный контакт друг с другом или с чем-либо физическим. Также на маленьком пространстве может быть урожай многих растений. Поскольку они находятся в воздухе, бороться с болезнями и вредителями намного проще. Все это приводит к повышению урожайности и производительности. Сегодня микрозелень является растительным диетическим продуктом питания. Молодые растения содержат высокую концентрацию биологически активных веществ, которая значительно выше, чем в зрелых овощах, фруктах или зелени, и даже больше, чем в ростках. К тому же при хранении любой растительной пищи всегда теряется часть ее полезных свойств, а микрозелень всегда употребляется свежей, сохраняя максимум ценных элементов. Большинство видов микрозелени обладает выраженным антиоксидантным действием и благотворно влияет на пищеварение. Тех же, кто придерживается диеты, порадует низкая калорийность этого продукта. Например, брюква очень богата витаминами А, С, Е, К и группы В, минералами и микроэлементами, органическими соединениями и клетчаткой. Постоянное употребление в пищу такой микрозелени поможет организму противостоять преждевременному старению, укрепит иммунную систему, а также послужит профилактической мерой в предупреждении остеопороза. Редис же обладает пикантным островатым вкусом, стимулирует пищеварение, оказывает слабое желчегонное действие. Содержит эфирные масла, а также комплекс витаминов и минеральных элементов.